На территории всего Евросоюза объявлен трехдневный траур в памяти погибших в авиакатастрофе. Ее уже признали крупнейшей во Франции с начала века. На официальных учреждениях приспущены флаги. Люди в различных городах Европы зажигают свечи у импровизированных мемориалов. Сотни огней горят у школы в немецком городе Хальтерн-Амзее, куда после рокового полета уже не вернутся 16 учеников. У кёльнского офиса Джорман Винкс, город цветов. Поминальные службы идут в соборах Испании и Франции.